Шалом, шалом! С вами я, Леви Харпатин, ваш спикер платформы Вайкра. И это рубрика «Мудрость Торы» на каждый день. Принципы воспитания, точнее, принципы правильного воспитания. Моше установил порядок. Он сказал, то, что для скинии необходимо сдавать всем евреям по полшекеля, а также золото, серебро и драгоценные металлы. Также Моше говорил евреям о их обязанности, что они должны делать, как они должны служить Всевышнему и делать жертвоприношения. Если мы разберем дальше эту тему, мы поймем, что все это четкий распорядок дня, то, что это задачи, которые необходимо выполнять. Именно поэтому воспитывать нужно человека принципами, человека нужно воспитывать таймингом, и человека нужно воспитывать расписанием. И также Моше прививал всем качества, хорошие качества. В основном это была скромность и настоящая теплая доброта. Браха вацлоха, всем хорошей недели.